Друзья, всем привет! Рад всех приветствовать на своем канале. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Впереди много интересных видео, много лайфхаков. Вот у меня модернизированная в очередной раз система озонации воды. Сейчас я вам расскажу. Вот она так булькает. Это у меня аэратор. Это у меня булькает озонатор. Меня отсвечивает. Да, вот. Вот так вот две такие... Два столба воздуха поднимается. Экспериментирую еще пока что над этим. Вот, потому что... Ну, давайте с самого начала начнем. Я переделал, у меня теперь не хлюпает она. Вот, она сейчас так выглядит. Это, короче, все уберется. Остается вот моя 150-я сетка. Вот. Я так это прищепкой зацепил, чтобы она по краешку так сливалась. И туда в угол, это же мешок, в угол она туда грязь скапливается. И все. Очень много грязи вот при таком способе. То есть... А наискось, грубо говоря, уходит. Вот. Вот такой уровень воды здесь. Вот, но он поднялся. Он обычно по уровню. А, ну вот здесь видно. Вот, видите, какой уровень воды? Это я... Он поднялся из-за того, что... Я вот этот шланг, который, да, идет... Воздушный. Я его вон туда, вон, видите, за теплицу вывел на улицу. И заглушил прищепкой, зажал так, чтобы воздух не выходил. Вот. А почему так сделал? Чтобы максимально много воздуха, озона уходило через трубу, которую я на дно закрепил. О, видите, булькает как активно. И чтобы максимально перемешивалась вода, да, вот сколько вот качает насос, допустим, 15 кубов у меня. Вот, чтобы максимально она вот перемешивалась, вот отсюда она идет, вот сюда, и пошла сюда. И оттуда получается, вон, я сделал по-нормальному, все, да, вот так, и сюда. Все в одну трубу, и пошла труба, 50-я труба, вот так, так. И на дно труба пошла, а на дне там 50-я труба, переходник 110-й трубы. И просто открыто. И вот на дне ее там закрепил. Теперь вот туда она булькает. Но вот из-за того, что я там закрепил на улице, вон прищепка, да, можно ее сейчас снять. И сразу уровень воды упадет, ну... Упадет вот так. То есть вот ровно на середине будет. А сейчас вот такой вот. Сантиметров на 6, на 7 поднялась вода. О, здравствуй, бабочка. Ты что, хочешь засохнуть тут? Здесь жарко. Это же теплица как-никак. Бабочка. Ну ладно, у нас здесь одна стрекоза большая засохла. Будет еще бабочка. Вот. Так что такие вот дела. Вот она теперь не хрюкает, не хлюпает. Скиммер все работает. Кто-то говорил, нелепо там, нелепо. Ну, бесплатно и функцию свою выполняет так же, как и платно. Вот. Компрессор качает, я его подвесил на весу. Вот единственное, что шланг надо подвесить, потому что он вибрирует, идет вибрация от насоса, вибрирует трубу и вибрируется аж плитка, то есть гул создается. Придется также на веревочку его подвесить. Вот так булькает, когда работает. И что могу сказать, запаха?
Ну, есть чуть-чуть, да, но у меня работает, полчаса работает озонатор, полчаса не работает. Поэтому, ну еще плюс вот закрытая дверь. Если открыть дверь, так это вообще... Вот эту форточку я оставлю, чтобы она все время открыта была. Вот, ну, как бы, совсем другое дело, можно сказать. А это вот при таком раскладе, да? А когда вот этот шланг, когда идет туда на улицу, там прищепку снять, часть воздуха... Ну, давайте я покажу лучше. Чуть-чуть подольше будет видео, но зато будет все понятно. Вот я этот... Вот шланг где-то так. Вот. О, слышно, да? Лишнее стравливает. Вот, короче, вот так. Пойдемте теперь. Посмотрим, что тут у нас. Сейчас сразу уровень воды будет падать. А даже можно посмотреть на уровень воды, как падает. Вот, допустим, по этой риске. То есть уже вон, почти на 0,5 сантиметра упал уровень воды. Также она булькает, ничего страшного, но вот тут вот начинается вот лишний воздух, вот вода, как бы он воду тоже подсасывает туда, лишний воздух выходит на улицу. Вот когда вот так, в таком состоянии, да, что вот лишний воздух уходит наверх туда, здесь вообще в теплице, ну, ничего не пахнет. Ну, то есть, так, как свежесть, что ли, даже вот полчаса после работы озонатора, а у меня озонатор на 10 грамм в час, то есть, ну, совсем мизер. А, она вот сюда вот так подкидывает, даже вот сюда чуть-чуть залилось водой. А так вот, до сюда, до верха она добивает. И все. Еле-еле до верха может докинуть. Но все же. Так тоже она как бы особо не дает ей ну, воздух уходить. Конечно, уходит воздух. Здесь без этого никак. Как бы разгружает зато вниз, чтобы вода лучше уходила быстрее. И как сказать, здесь, которую воду засасывает, она выпихивает, да, на улицу. Тоже ее озонирует, она обратно стекает. То есть здесь максимальное озонирование происходит. Так что вот так. Ну так, булькает. А когда вот сейчас он отключится, озонатор, сейчас можно ускорить это, чтобы все в одном видео показать, она вот также продолжит булькать. Продолжит булькать, потому что она частично будет засасывать воздух. Вот, смотрите, насколько упала. Да, вот, по уровню была здесь вода, вот так ушла. Засасывает она воздух вот, вот так, воронка. Ну, сейчас она еще выльет воду обратно туда. Из-за того, что большой уровень был воды, потихонечку сливает. Вот. И вот чуть-чуть подсасывает. И получается, что там происходит как бы... Ижекция, да?
всасывает. Ну да, сейчас отключим озонатор. Ну давай, поворачивайся. Вот так. Все. Озонатор отключили. Сейчас слышно, как ускоряется всасывание воды. Сейчас вот здесь последний воздух выкинет. В данном случае все, компрессор не работает, который подает на озонатор, а озонатор уже давит туда вниз. Сейчас вот чуть-чуть уровень воды упадет, сейчас она захлюпает. Вот можно видеть, вот здесь будет, как уровень воды будет опускаться. Она вот так вот, эта вот сухая часть, она вот до сюда дойдет. Буквально пару минуток. Вот, озонатор отключили. А она продолжает вон как активно. И вот наверх сюда, да, выкидывать лишний воздух. И туда. Вот постоянная вот такая вот аэрация происходит. Дополнительная. Думаю, она чуть-чуть меньше по мощности, чем вот этот мой распылитель стоит. Потому что она такими накопительными эффектами там в трубе копится, и она выплевывает большими объемами. Но вот компрессор не работает, а она просто вот подсасывает. И даже лишний воздух она вот сюда выкидывает. Ну давай, выплевывай уже. Держит, держит. Значит, здесь уровень уже. Вот, видите, насколько уровень упал? Уже до середины трубы. О. 5 сантиметров минимум упал уровень воды. В баке вот здесь. Ну вот. Была вот здесь вода стояла. Сейчас до сюда. Сейчас еще она откачает где-то, не знаю, пол сантиметрика. И перестанет хлюпать. Вот, по извести по негашенной, которую я сюда добавил, вчера просто этой щеткой по дну провел, так наверх вытащил, там, да, вот камушки эти, этой извести на дне лежат, я уверен, и как бы в пруду тоже они лежат. Вода, она такая, блин, ну, я не знаю, какого цвета она стала. Она чуть-чуть изменилась по цвету, но как бы зеленка, она осталась зеленкой. Почему? Не знаю. Вот. Компрессор, как говорил, отключен, а она все вон булькает. И булькает постоянно, на постоянной основе. Так что я думаю, все, я уже больше экспериментировать с этими трубами не буду. Меня вот такой вот эффект устраивает. То, что я вот здесь нахожусь, озонатор работал, и как бы я не чувствую напряга. Я сюда для эксперимента сейчас поставлю растения обратно. Да, у меня они сейчас в горшках растут, ну, в стаканчиках. И посмотрим, как они здесь себя будут чувствовать. Распылительный диск, вот этот диск, ну, в принципе, нравится, как работает. Достаточно убедительно. Пускай работает себе. Подскажите, вот, кто сталкивался с негашенной известью, кто добавлял в пруд, вот сколько вот эти вот камушки, да, которые образуется при гашении ее, да,
Сколько они вообще растворяются в воде, или как они вообще действуют, насколько их хватает, когда надо еще раз добавлять. Просто я хочу, если добавлять, да, то только в куб, да, вот выключил этот насос, кинул, ну, развел эту известь, кинул туда, допустим, в дальний угол ее, и пускай она там лежит, не в пруд, где рыба, а там, чтобы вода вот циркулировала, да, и потихонечку она туда стягивала. Потому что вода все равно из пруда со дна подается туда. Вот. Короче, сколько нужно, как часто добавлять, чтобы не сдохла рыба, как у меня тут недавно из-за нее погибла рыбка. Вот, буду ждать ваших комментариев. Вот. А пока что вот такие вот результаты. Когда рыбе было плохо, она плавала по верху, видео видели, вот, как бы рыба подросла, все нормально, но вот сейчас, допустим, она уже второй день не кушает, еще, видать, отходит от этой извести. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, предлагайте идеи про ультрафиолет. Можете тоже написать, я знаю, я его буду ставить, но буду ставить чуть попозже, когда я его куплю. Куплю лампу и сделаю. Я ее поставлю вот сюда, вот в этой части. Вот, чтобы в самом конце она уже облучала чистую, очищенную воду, да, после этого. Очищенную воду. И все туда уходило. А зонатор, он будет эту лампу очищать, когда будет проходить пузырики. Ладно, всем пока, увидимся.